С вами видеоблогер Екатерина Снытко. И вот небольшой сюжетик о киви, который сбросил листья. Смотрите, начинает оживать потихоньку, не так быстро, но появляются новые листочки. Я думаю, со временем он придет в себя. Я, конечно, буду ждать. Вы видите, почва у него очень хорошая, не переувлажненная, не пересушенная. Вот видите, пачкает пальчик. Поэтому я очень надеюсь, что со временем он опять станет таким же пышным и красивым, как был до того, как сбросил листву. Видимо, ему было холодно. На веранде для него холодновато, а я его перенесла в более теплую комнату, где плюс 20. Ну вот, буду наблюдать дальше. А пока я просто делюсь своей радостью, что киви оживает. Вот так подросли листочки у киви. Видно, что земля, видите, и не переувлажнена, и не пересушена. Хорошая земля, влажная. Но видно, что ожила киви. Может быть, все-таки на веранде ей температура не подходила, потому что сейчас у меня в комнате плюс 20 градусов. И вот киви дало росточки. Вначале вот это пустила, и потом вот этот отросток. Но здесь верхушка, а здесь боковое. Буду наблюдать и через время еще раз запишу видео. Сегодня 18 января 2017 года. Вот так себя чувствуют вновь пробившиеся росточки киви.